За круглым столом представители вузов, общественной палаты города и области, член регионального штаба Народного фонда, фронта. Повод собраться – общероссийский образовательный форум, который пройдет в Ярославле в сентябре. На нем обсудят весь спектр вопросов образования, дошкольного и школьного до высшего. В среду сделан первый шаг. Началось обсуждение этих вопросов на региональном уровне и создание экспертных сообществ, способных предложить решение проблем. Не хватает согласованных действий, наверное, не хватает широкого общественного диалога. И мне кажется, что создание такого форума и создание экспертного сообщества как раз и ведет к этому диалогу. И Общероссийский народный фронт именно та площадка, где этот диалог между властью и обществом должен состояться, между различными политическими силами иногда. Между тем, 22 апреля в Ярославле состоится еще один образовательный форум международного уровня «Евразийский диалог». На нем предполагается обсуждение вопросов, связанных с подготовкой кадров, повышением квалификации специалистов, развитием дополнительного образования. Не исключено, что в работе примет участие вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.